На место происшествия огнеборцы прибыли за 6 минут. К этому моменту крыша расселенного дома уже вовсю полыхала. Пламя удалось сбить. После пожарные приступили к проливке конструкций. Причины возгорания устанавливаются. Не исключено, что это был поджог. Старый дом в последнее время часто становился пристанищем для подростков и людей без определенного места жительства.